По-весеннему расцвели и залы городского выставочного центра. Накануне 8 марта здесь открылась теплая выставка представительниц прекрасной половины Владимира. Что вдохновляет женщин на творчество, узнал Илья Лобов. 7 совершенно разноплановых владимирских художниц в одном зале – это смелый эксперимент для выставочного центра, но, как оказалось, очень удачный. Залы буквально расцвели, приветствуя весну. Все на этой выставке отдает теплом женских рук. Живопись, графика, керамика, авторские куклы из дерева и папье-маше, а еще тканые гобелены и дизайнерская одежда. Всего более 50 работ, которые передают весь спектр женских эмоций и их видение прекрасного. Как женщина-мать, как женщина-творец, как она видит, как она создает своими руками вот эту вот теплоту в своих работах, вот это вот свое мироощущение показывает. Поэтому я думаю, конечно, женский взгляд на искусство, он совершенно другой, чем у мужчин. Он более нежный, он более ласковый, он более такой вот интересный и заставляющий подумать, стоять и думать над каждой работой. Плавные линии, яркие цвета и нежные оттенки, кропотливость и пристальное внимание к каждой детали – вот что свойственно женщине-художнику. Организатор проекта Татьяна Гребнева уверена, что даже источники вдохновения у мужчин и женщин совершенно разные. Вообще, что вдохновляет художника? Ну, то, что художника мужчину вдохновляет женщина, это понятно. И природа как таковая, как тоже как женщина, да? А что же вот с женщинами быть? Ведь среди женщин очень много, как вы заметили, художников прикладного творчества, прикладного дела, которое связано именно с материалом, с технологией, с обработкой. То есть ручной и кропотливый труд. Вот это, наверное, очень важно, потому что женские руки и женское терпение – Золушку вспоминаем, да? Перетрут действительно очень многое. Художницы планируют расширить проект и обязательно собрать в одном зале работы не только владимирских, но и областных мастериц. А пока почувствовать тепло женских рук и получить заряд весеннего настроения можно в городском выставочном центре.